Friends, at this time, we are going to begin the funeral services for Mr. Mazur. If you have a cell phone or a pager, I would ask for you to please take a moment to turn it off or place it in the silent mode. And officiating today's services will be Rabbi Misha Tillman. Dear friends, I do know that some of you do not speak or understand the Russian language. I will be conducting much of the service in Russian, but I will summarize my remarks in English. So those of you who are English speakers only, on behalf of the family, I would like to thank you for coming out and offering your support at this difficult time. And I also would like to thank you for your patience. I promise we'll get to the English part eventually. В еврейской традиции есть такое правило. Когда мы скорбим, нам не разрешается изучать Тору. Не разрешается изучать Священное Писание. Почему? Потому что изучение Торы приносит радость. Но есть одно исключение. Есть одна книга. Одна библейская книга, которую разрешается и даже предлагается изучать в период траура. Это книга Иова. Очень странная книга. Очень странная книга, даже страшная книга, парадоксальная книга. Я напомню вам суть первых двух глав. Вот Иов, хороший человек, набожный, богатый, прекрасный семьянин, страдает ни за что. И страдает он не просто ни за что, а страдает он знает, что источник его страдания – это Всевышний, это Бог. Бог наказал его просто ни за что. Мало того, сатана ему сказал, вот накажи его, посмотрим, что будет. Он наказал его. Иову все это известно. И вот там такая история. Совсем не радостная. Болезненная, страшная. И вот во второй главе жена Иова говорит ему, смотри, что Бог с тобой сотворил. Прокляни Бога и умри, сказала она. А вот что ответил ей Иов. Гаметатов накабель меэт лаэлоим, веэт ара ло накабель. Бехоль зот, ло хата Иов бе сфатав. Что ты говорит? Мы что, должны от Бога получать только хорошее, а то, что нам кажется плохим, не должны? И, продолжает автор истории, Иов не согрешил. Ведь, друзья мои, мы прекрасно знаем, что бывают трагедии в этом мире. Нам это известно. Но мы никогда не думаем, что это произойдет с нами. И когда трагедия происходит с нами, мы задаем всегда один и тот же вопрос. А почему с нами? Иов, тот же вопрос. Почему именно с нами? Мы знаем, что это происходит, но никогда не думаем, что это с нами может произойти. Оно происходит, бывает. И тогда мы задаем вопрос, почему с нами? Вот в книге Иова у него заняло 40 глав, чтобы дойти, наконец, до правильного ответа. А правильный ответ заключается не в ответе на вопрос, почему именно с нами. Ответа на этот вопрос нет. И Бог является Иова в виде вихря и говорит ему, вообще, кто такой, чтобы такие вопросы-то задавать? Ты всего лишь человек. Пути Всевышнего неисповедимы.
А правильный вопрос, соответственно, правильный ответ заключается в следующем. Куда и как мы теперь идем дальше? Мы должны найти в себе силы, душевные силы, принять то, что произошло. Еще раз, пути Всевышнего неисповедимы. Мы можем только принять, мы не можем подвергнуть сомнению, тем более изменить решение Всевышнего. Но главное, просто спросить себя, вот Роман Михайлович, чего бы он от нас хотел? Вы что, не знаете ответ? Да знаете вы ответ. Он бы хотел, чтобы мы продолжали жить, чтобы мы продолжали двигаться, потому что движение – это жизнь. Просто двигаться и двигаться в танце. Потому что танец – это в конечном счете одно из самых высших выражений красоты и радости жизни. Возвышенных. Этого он от нас бы хотел. А значит, это мы и должны делать. Это мы должны сделать. Это наш долг. Сегодня каждый из вас думает, что это легче сказать, чем сделать. Ну, конечно, это так сегодня чувствуется. А с течением времени боль утраты стихнет. Это так должно быть, это нормально. А что останется? Останется духовное наследие абсолютно потрясающего, уникального человека. Талантливого человека. Главное, даже не просто талант, а что этот талант раскрылся. И Роман Михайлович, я просто повторяю, кто был позавчера на нашей беседе, он принес в этот мир светлое и прекрасное. Он нес в этот мир свет. Значит, и мы должны следовать его примеру, нести свет, нести прекрасное в этот мир. В еврейской традиции, да и не только, когда мы собираемся для того, чтобы попрощаться с близкими нам людьми, мы читаем псалмы, псалтырь, если это по-русски называется. И возникает вопрос, а для чего мы их читаем? Они же вообще-то не грустные. Они не грустные совсем. Они все до единого утверждают одну и ту же идею о связи Бога и человека, что Бог является источником нашей силы, нашей поддержкой даже в самый тяжелый момент жизни. Вот Псалом 23, наверное, самый известный из них. Мы прочтем его сейчас, но я его предварю кратким замечанием. По преданию он был написан, когда царь Давид, автор этого псалма, в соответствии с нашей традицией, понес невосполнимую утрату. У него умер сын, младенец. И при этом он написал этот псалом, который, да, мы чувствуем боль в этих словах, боль автора, но мы также знаем, что он говорит, что Господь пастырь мой, Всевышний источник моей поддержки. Так вот, мы должны понимать, что это не просто красивая фраза. Поддержка Всевышнего имеет своим проявлением конкретное совершенно явление в этом мире, а именно нашу поддержку друг друга. Почему? Потому что Бог не на небе на самом деле, и Бог даже не внутри нас, а Бог находится в отношениях между людьми. Вот когда есть гармония, положительная энергия в отношениях между людьми, вот именно там находится божественное присутствие. Слова царя Давида, Псалом 23. Мизмор ле Давид, Адонай руи ло яхсар, бино деше ярбецени альме минохот янахалини, навши ешувев, янхени бомагле цедек лема ан шмо, гамке элех бегец алмавет ло ирара, ки ата имади, Шифтеха мишантега хема нахамуни, тарох лефанай шульхан негет царарай, дешанта бешемен роши коси равая, ахто вехесет ярдафуни кол ямей хаяй, вешавте бевейт одонай ле орах ямим. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, он водит меня к водам тихим, он успокаивает душу мою. Он ведет меня путями праведными имени своего ради. И даже если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, ибо ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты подготовляешь трапезу в присутствии врагов моих, ты умощаешь елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя будут следовать за мной все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем во веки веков». Душа Романа Михайловича теперь со Всевышним. И в нашей традиции мы верим, что мы считаем, у нас такое есть верование, что наши дорогие, ушедшие из жизни, любимые люди,
они на небесах просят Всевышнего за нас, чтобы мы здесь на земле жили хорошо и жили правильно. А в этом мире дух Романа Михайловича, именно дух, его наследие, оно никуда не уходит и не уйдет, потому что ангел смерти имеет власть только в мире физическом, но не в мире духовном. Роман Михайлович будет с нами в самом важном смысле этого слова – духовном. Давайте вспомним и вместе поразмышляем над тем прекрасным наследием, которого он нам оставляет. Над тем, как он изменил этот мир к лучшему. Потому что мир к лучшему меняется, уж простите меня, не политиками, не экономистами, не тем более военными. Мой сын офицер американской армии. Так что я знаю, о чем говорю. Нет, мир меняется к лучшему. Вот благодаря таким людям, как Роман Михайлович. Я летом перечитал «Идиота» Достоевского. Роман «Идиот». Там Ипполит говорит вот эта крылатая фраза «Красота спасет мир». Но он говорит в третьем лице, он приписывает эту мысль князю Мышкину. И он говорит, что он так сказал, что красота спасет мир, потому что он влюблен. Вот да, правильно. Любовь, красота, вот это спасает мир. И ничто другое. Красоту не уничтожить. Можно уничтожить красивый объект, но саму красоту никогда. Роман Михайлович принес в этот мир красоту, а значит, любовь. Он принадлежит к тому поколению нашего народа, которое мы в Советском Союзе называли детьми войны. Родился он в прекрасном городе Киеве в 1937 году. Я не буду в деталях останавливаться на истории его жизни, потому что она описана в его же книге. Все равно лучше, чем Роман Михайлович, я вам ничего не расскажу. Вот книга есть, у меня есть копия, там есть копия еще. Я рекомендую вам взять копию, прочитать. Кстати, пишет он прекрасно. Слог у него очень хороший. Читается увлекательно. Но я хочу именно какие-то вехи главные очертить, и чтобы мы вместе с вами поразмышляли вообще, что это все значит. В чем заключается суть его наследия. Так вот, самое главное, ранняя его часть жизни, вот это вот дети войны, это же очень тяжелое детство. В 4 года уехали в эвакуацию в Саратов. Тут исключений не было. Каждая семья, которая оказалась в эвакуации, неважно, откуда они эвакуировались, там из Киева, из Минска, откуда-то, ну, кому удалось эвакуироваться. Это было очень тяжело, это было голодное время, болезни. Сам Роман Михайлович пишет, говорит, я смутно помню Саратов, это вообще мало воспоминаний, говорит, осталось. Потом вернулись в родной Киев, который был, в общем-то, весьма разрушен, так скажем, это, наверное, я еще мягко выражаюсь, после войны. Это тоже непростое детство послевоенное. И тут вот я хочу просто подчеркнуть, что вот это все поколение, включая Романа Михайловича, они же начинали, ну, совсем не как следующее поколение. Они начинали даже не с нуля, а с какого-то минуса, понимаете ли. Просто вы должны понимать, как и на чем они начинали строить свою жизнь. На руинах. На руинах, которые оставила война. Не только физически, как Киев, опять же, был разрушен, но и руинах в духовном смысле этого слова. Потому что война оставила шрам в душе каждого человека, кто ее пережил, особенно, конечно, в детских душах. И еще большая заслуга и Романа Михайловича, и вообще всего поколения детей заключается в том, что они сумели построить и для себя, и для следующих поколений своей семьи прекрасную жизнь. Прекрасную жизнь. Не имею я в виду какие-то материальные ценности, которые тоже важны в этом мире, а вот именно ценности духовные. А он посвятил себя, конечно же, духовному. И вообще Роман Михайлович был человеком удивительным, таких очень мало. Он мог изучить все, что угодно, если ему того хотелось. То есть он является кандидатом технических наук, выпускником Львовского политехнического института. И при этом, как вы все знаете, большинство из вас знают его именно в этом качестве, выдающимся хореографом. И точная наука, и искусство. Кстати, про науку. Мне очень понравилась история, как он защищал диссертацию. Вот. В Советском Союзе, знаете, да, значит, защита была формальная, он защищал диссертацию, ему пообещали, говорит, мы тебе тут вопросы позадаем, будет не очень просто. И он прямо вот рассказывает книги, говорит, 2 часа, говорит, мне задавали вопросы, 2 часа им доказывал, что прав я, а не они. И когда нужно было совещаться, думал, ну сейчас мне черные шары, я посчитал примерно там 20 человек, 13 черных шаров, ну все. Но когда стали известны результаты, все 20 за.
Ну и дальше он заканчивает эту историю, что, что было на банкете, я уже не помню. Талантище. И это вообще, это никакая не хореография, это не танец, понимаете? Это точная наука. Ну а танцами вот, прекрасным он увлекался всегда. Вот, еще с детства, там, да, и во дворце пионеров, в доме пионеров, значит, вот. И когда он работал на заводе «Точприбор», то вот, так сказать, у него был организован ансамбль, танцевальный коллектив «Ветерок», да, «Ветерец», да, по-украински, да, «Ветерок» по-русски. С этого как бы началась его уже карьера как хореографа, а не как участника, значит, вот, танцевального коллектива. И в нем раскрылся вот этот талант, потому что на самом деле, ведь мы что должны понять? Как у него сложилась карьера, говорит нам вот о чем. Во-первых, потрясающий организатор. Во-вторых, блестящий педагог. Хореограф – это педагог. Хореограф должен поставить танец, а чтобы поставить танец, вот ты работаешь с людьми. Тебе надо найти подход к человеку. Потому что тут самое важное, чтобы была гармония, понимание. Вот. Ну и, конечно же, знаток, профессионал, специалист в своей области, именно в области хореографии. Мы с Игорем как раз обсуждали, что когда он ставил Хаву Нагилу первым в Союзе в свое время, в 80-е годы, тогда еще это было не то, что нельзя, но это было не очень можно. Так, по-моему, самый лучший способ, как это сказать. Вот. Так, естественно, поскольку это было не очень можно в течение десятилетий, нужно было сам танец просто восстановить, просто вот реконструировать по кусочкам. И он это сделал. То есть это было то, что вот мы пришли с Игорем, значит, у меня, это была такая хореографическая археология. Вот это специалист, понимаете? Это человек искусства, это художник. Ну, а дальше все было только, как говорится, только лучше. Затем он перешел в Киевский институт гражданской авиации, где вот много лет трудился, и где он уже, собственно, и занимался, вот сколько, 35 лет он руководил ансамблем «Полет». Ну, гражданская авиация, отсюда и «Полет». И можно долго рассказывать про «Полеты». Ну, многие из вас и так про него знают. Я знаю, что многие участники коллектива также нас смотрят по дальней связи по интернету. Но достаточно сказать просто, что коллектив был прекрасный. Они участвовали и во всесоюзных передачах. Вот в программе «Шире круг», да, мне сказали, это сам, которую вел Масляков. По-моему, покойный буквально месяц-другой назад ушел из жизни ведущий. То есть вся страна его знала. Его заслуги были признаны. Заслуженный деятель культуры Украинской ССР. То есть признание было. Потому что признавать есть что. И было что. Мы не в силах контролировать, в какую эпоху мы живем. И, соответственно, есть исторические процессы, которые тоже влияют на нашу жизнь, на ход нашей жизни. Когда происходили процессы 80-е, начале 90-х годов распада Советского Союза, то, конечно, это оказало влияние и было очень травмирующим событием для каждого, кто этот период пережил. Я сейчас говорю не про политику, не про политические процессы, а вот кто пережил это вот во взрослом возрасте, помните, как это было? Как, вы знаете, как бы ткань жизни расползается вся, понимаете, вот распадается все. Поэтому многие люди принимали решение искать счастье для себя и для следующих поколений своей семьи в другой стране. И семья Романа Михайловича приняла решение уехать в Соединенные Штаты. Зинаида Михайловна уже была в Кливленде. Вот он приехал в Кливленд, и на лаврах он почивать не стал, без дела он сидеть не мог. И в Кливленде он организовал Mother Dance, свой самый первый. Все получилось. Потом они решили переехать в Чикаго, где он тоже организовал Mother Dance. И вот я просто цитирую одного из людей, с кем я говорил, я со многими из вас, друзьями, общался перед началом церемонии, я не помню, кто мне сказал, может быть, даже больше одного человека, что это был один из столпов нашей общины, Роман Михайлович, русскоязычной общины, понимаете. И здесь был прекрасный коллектив, танцевали люди аж там трех поколений, опять же, педагогический дар, найти подход к человеку любого поколения, любого возраста. И здесь у него жизнь сложилась, и до самого последнего дня своей жизни он был активен, хотя он прошел долгий жизненный путь. 1937 года ему было 87 лет. Как правило, когда прощаемся с человеком такого возраста, ну, обычно человек уже на пенсии,
обычно человек уже, так сказать, здоровье так не очень. Да нет, он до последнего момента двигался, до последнего момента творил, до последнего момента он жил полноценной жизнью. И это тоже благословение, друзья мои, я вам должен сказать. А движение – это жизнь. Я это повторяю. Мне показывали таблицу, вот, я не помню, Лайма, по-моему, показал таблицу. У него в таблице все было выписано, каждый день, сколько шагов прошел, какой вес, какой там все, понимаете, у него давление какое, померь, все. То есть движение – это действительно жизнь. Простое движение и, конечно же, движение в танце. А фольклорный танец, я еще добавлю одну очень важную мысль, народный танец – это не просто искусство, а в народном танце, на самом деле, в концентрированном виде выражается культура того или иного народа. Поэтому это еще надо быть и ученым, и человеком, который может понимать и толковать те или иные культурные реалии для того, чтобы поставить по-настоящему хороший народный танец. А он это мог. Танцы любого народа. Хотите латиноамериканскую, ну, латиноамериканский поставить. Что хотите? Это был прекрасный человек, который прожил прекрасную жизнь и прожил ее, живя прекрасным и творя прекрасное. Это наш Роман Михайлович. Ну, я, конечно, хотел прежде всего также сказать, что он был очень предан своей семье, своим родным и близким. У него есть замечательная сестра Зинаида Михайловна. Дай Бог вам доброго здоровья и душевных сил, Зинаида Михайловна. Держитесь, дорогая. У них были очень близкие отношения. Вот, и Юлия, и Володя, и их семьи всегда были очень дороги сердцу Романа Михайловича, были очень близки. Его дорогая супруга Таня, Татьяна, вот они 40 лет вместе, и вместе они делили радости и печали этой жизни, вместе они радовались прекрасному. Татьяна тоже хореограф, только классический. Дорогая дочь Аня, он очень любил свою дочь. Значит, на свадьбу же ездил к внучке в прошлом году, да, приезжал в Германию. Аня в Германии живет, прилетела только вчера. Вот. И, конечно же, он был очень любящим, заботливым папой. Мужа Аня Дима зовут, да? Вот Дима, и у него есть внучка, вот, к которой он летал на свадьбу, Диана, она вышла замуж за Алекса. Причем Алекс немец, а не русскоговорящий, да? Александр, но немец, ну, бывает. Вот. И внук Артем у него есть. Вот. Он внуков тоже очень любил. Сейчас, друзья мои, через буквально минуту Таня поделится своими мыслями о Романе Михайловиче, а я в двух словах обобщу, ну, действительно, в двух словах обобщу по-английски. My dear friends, today we are honoring not just a remarkable man, but an amazingly remarkable man. He was a true talent, who embodied in one mind, one soul, the aptitude towards exact sciences. He was an engineer by trade, a genius of a choreographer, and that means that he was a fantastic organizer. He was a brilliant teacher, a brilliant pedagogue. And he was someone who truly was what I would call choreographical archaeologist, because he could recreate, restore the dance that is basically lost, and he could do that. And he was, if you will, a sociologist and ethnographer, because he did folk dance, and every folk dance is a concentrated expression of a culture, of each culture. So you must be able to understand and comprehend and interpret that culture. And he was able to do all that. So this is why he was so great, so talented, and so accomplished. But he was also a wonderful human being, a good soul, with a good, loving heart. And that is why he will always remain a living presence in our lives. And with that, I would like to invite Татьяна to share her thoughts with us. She will speak in Russian, and I will summarize her remarks in English. Танечка, пожалуйста. Мне, конечно, очень тяжело говорить. Поймите меня правильно. Но я должна отдать последний долг Роману Михайловичу. Мы с ним прожили долгих 37 счастливых, насыщенных всякими событиями лет. Роман был для меня всем. Мужем, другом, любимым, отцом, наставником,
но и, конечно, опорой. С этой трагической случайностью оборвалось все. Оборвалась его жизнь, оборвалась в некотором смысле моя жизнь, конечно. Оборвалась жизнь необыкновенного, физически здорового, сильного, умного, талантливого человека. Как расценить это случившееся? Как трагическую случайность или как рок, я не знаю. Наш друг прислал мне сообщение, и оно как-то легло мне на душу. Я хочу его зачитать. Я полностью с ним согласна. Человек всю жизнь был самим собой и сделал что-то важное для людей в этой жизни. А это очень немало. Немногие могут сказать то же самое о себе к концу жизни. Да и при всем трагизме ситуации умер сразу, не мучаясь. До конца оставался не старым, независимым человеком. Кто знает, может, если бы его спросили, такую смерть он бы и выбрал. Передай наши соболезнования Тане и так далее. Вот что хочу сказать. В один из дней Роман мне говорит такую вещь. Посмотри, каких творческих успехов добился я, мои танцоры, мои коллективы. И к какому итогу я пришел сейчас, к концу жизни. Я не могу собрать один концерт. Он был очень подавлен. Так я хочу сейчас, обращаясь к нему, сказать, что он закончил свою жизнь на пике славы. Если бы он видел, сколько любви сейчас его окружают здесь и по всему миру, в сердцах его учеников и друзей, он бы был счастлив. И последнее. Из-за этой нелепой случайности, случившегося, я не могла ему сказать ни спасибо за прекрасно прожитые годы, ни прости, ни как я тебя люблю и как буду любить всю оставшуюся жизнь. Я это делаю сейчас. Прости и спасибо. A brief summary of Tanya's remarks. One is that Roman's passing is also a passing of her beloved soulmate, and it truly is a painful loss. And there was a message from one of the friends who also reminisced about Roman Mikhailovich and expressed his appreciation for his accomplishments and his bright, beautiful personality. And finally, a story that Tanya shared with us in which she said that recently he was musing that he accomplished so much in the course of his career, and yet lately he is struggling to get to put together just one single concert, and he was kind of upset about that. And Tanya said, well, no, he left this world on the peak of his fame, and everyone who knew him is today expressing such warm and appreciative sentiment about Roma. And Tanya also mentioned, quite rightly so, that even though she didn't have an opportunity due to his sudden passing to tell him that she loves him, she said it now. Always love, always cherish the memory. And most important, I add for myself, from myself, uphold his legacy, follow his legacy, because he is the source of inspiration for us. With that, I would like to invite Аня. Анечка, вы хотели выступить, пожалуйста? Папка, привет.
Вот я прилетела. Прости. Красиво сказать не получится. Думала, что прилечу на твои 90. Получилось сейчас. И впервые я вышла в аэропорту и не увидела там тебя. Папуль, ты знаешь, когда-то давно, когда я еще была совсем маленькой, мама написала: нет времени и расстояния нет. Наверное, так мы и жили все последние годы, вне времени и вне расстояний. Я считала, что так будет очень долго. Я совершенно не была готова к тому, что это окончится сейчас. Поэтому пришло продолжение ее стиха прямо сейчас, когда я сидела впереди. Реально боль и немота от боли. Это примерно то, что я сейчас чувствую. Но я обещала Диане сказать, что я прилечу и скажу. И Диме обещала. Он... Ему очень плохо от того, что он не мог приехать, но он приболел. Все будет хорошо, ты не волнуйся. Дианка, я тоже не успела тебе сказать. Она получила неделю тому назад свой Master of Education. И я обещала, что я тебе скажу. И вот говорю сейчас, что она оказалась в пятерке лучших выпускников с этим титулом за 5 лет в Ганноверском университете. Ты бы ею гордился. И еще ты бы гордился, наверное, тем... Вот Михаил очень красиво и правильно сказал о том, что есть духовное наследие. Я больше по части генетического, наверное. Вот твое генетическое наследие, твои внуки, ты знаешь, я не успела тебе сказать, после Дианкиной свадьбы она абсолютно как ты. Она не окончила один проект, она уже с восторгом говорит о следующем. Папочка, я не могу сейчас облечь в слова ту мысль, какая зияющая рана в душе у всех у нас. Я впервые поняла, что такое сарафанное радио, когда меня вдруг стали, мне стали писать, тебе стали писать все ганноверчане, с которыми ты знаком. Откуда они узнали, я не знаю. Папуль, я тебя сейчас чувствую как маленькая девочка, которая не знает, что делать дальше. И, конечно, я тогда вспоминаю. Ты помнишь, что вы с мамой написали на памятнике дедушки и бабушки. Твой свет не угас, написали вы и поставили троеточие. Для меня это всегда, всю жизнь была просто красивая фраза. Сейчас я стала ее чувствовать. Папочка, твой свет не угас. Простите. Спасибо. Теперь от имени... Представитель танцевальных коллективов выступит Лена. А, вот здесь вы, Леночка, ага, пожалуйста. Мы все здесь сегодня собрались, чтобы почтить память гениального человека. Роман Михайлович был настолько многогранной личностью, что можно часами говорить о его талантах. Мне же хочется говорить о его человеческих качествах, которые затронули наши сердца, внесли в нашу жизнь радостные яркие краски и, возможно, даже кардинальным образом изменили жизнь некоторых людей. Я в лице танцора студии «Мазур Дэнс» хочу сказать,
что его танцевальная студия – это, как мне кажется, отражение его внутреннего мира, в котором сочетается радость, вдохновение, упорство, стремление и его мечты. Когда мы, танцоры, приходим в студию, мы сразу ощущаем себя как дома. Закройте на минутку глаза и представьте себе, сколько уюта и тепла в этих стенах, каким теплым желтым светом светится это пространство. Представьте себе улыбающиеся лица вокруг вас, эти звуки поскрипывающего пола под ногами танцоров, бодрый голос Романа, эти вкусные угощения, которыми он пытался кормить нас после репетиции, как маленьких детей. А ведь мы все для него в некотором роде и были этими маленькими несмышленными детьми, которые он пытался научить танцевать и сделать из нас танцоров. Но даже не это главное, а то, каким он волшебным образом мог объединить людей вокруг себя. Если кто-то спрашивал нас, как вам танцуется, какие у вас танцы, это можно было бы ответить одним словом – душевные. Мы все собрались здесь благодаря Роману. Мы все такие разные, но все же нас что-то объединяет вместе. И мы все здесь благодаря ему. И Роман своим прорицательным взглядом точно знал, кто станет частью этой танцевальной семьи. Через призму транса он видел гораздо большее в человеке. И это относится не только к танцорам, но и к его зрителям. Он любил и ценил своих зрителей, так же, как и танцоров, потому что он хотел принести радость танца как можно большему количеству людей и сделать нашу жизнь красочнее, интереснее и добрее. Его терпение, трудоспособность и настойчивость восхищают нас и являются жизненным примером. Его доброта и мудрость были безграничны. И я мысленно буду еще много раз возвращаться в те моменты, когда Роман рассказывал нам свои истории, давал советы, хвалил нас. Я благодарю судьбу за то, что она познакомила меня с Романом, и я стала частицей этой танцевальной семьи и встретила всех вас. Несмотря на то, что Романа больше с нами нет, эта человеческая связь, созданная им, будет продолжать жить. Его дело пустило такие глубокие корни, что объединило пространство и время, объединило людей разных стран и поколений. Наш маэстро, учитель, друг, мы всегда будем тебя помнить и хранить в наших сердцах радость танца, радость общения и стараться, чтобы твои творческие воплощения продолжали жить. You will always will be remembered, always be missed and forever be cherished. И также от имени танцевального коллектива, просто от себя лично и по поручению, да, Игорь, пожалуйста. Спасибо, Миша. Дорогие друзья, здравствуйте. Ужасные чувства. Меня пробивает слеза, я не знаю, попробую выдержать. Мы все должны знать, что сейчас нас смотрят десятки людей по видео. Люди в Прибалтике, люди в Израиле, очень много людей в Киеве. Вы как бы с нами. Вы как бы часть этого коллектива. Так сложилось, что я был на одной из последних репетиций, которые проводил Роман. Это было фактически меньше недели назад. Это было в прошлую пятницу вечером. Мы никогда не ходим в пятницу. Тут вдруг пошли в пятницу. Первый раз в жизни. Ну, вроде как мелочь. Потом обращаешь внимание на другие мелочи. Многие из вас знают, что когда уходят хорошие люди, сильные, мощные люди, небо раскрывается, идет дождь. Кто смотрел прогноз погоды на нашу неделю, не должно было ни капли дождя быть. Что случилось вчера ночью? Небо раскрылось, гром, молния. Можно проигнорировать случайность? Может быть, нет. Есть еще один фактор. Заканчивается череда великих еврейских праздников, где мы должны быть записаны в книгу жизни или не записаны. Я разговаривал с человеком, который
знает, что, ну, хорошо это или плохо, да? Он мне сказал это, ну, хорошо, хорошо, то есть должно было, наверное, что-то случиться. И вот оно не случилось, да? Потому что Роман ушел мгновенно из-за этой нелепой случайности, но именно, именно в районе судного дня. Еще одно совпадение. Давайте как-то смотреть на это не как совпадение, а на какие-то другие более важные знаки. Я очень благодарен Роману за его отношение к нам, ко всем, за то, что он не как обычный вот творческий артист, полон своего собственного иго, ведь этого же вообще ничего не было. Это был человек, который, наоборот, с максимальным уважением входил в твою ситуацию, жил твоей жизнью, давал тебе конкретно, тебе советы, которые только для тебя важны. Как он умел слушать всех. Это просто великий человек. Так? Я предлагаю для тех, кто будет на кладбище, не забыть, что великих артистов, маэстро провожают аплодисментами, когда это будет происходить с разрешения семьи. Предлагаю, чтобы все проводили Романа аплодисментами. Но возникает вопрос. Вот ушло много, очень много великих людей. Возникает вопрос, что дальше? Да? Что делать Тасе? Что делать семье? Что делать нам всем? Так вот, история показывает, что нужно сохранять память об этом человеке. Вот это и есть истинный правильный шаг, который может произойти. Это может быть страница в Википедии. Это может быть продолжение танцев. Вот, кстати, обратите внимание, Роман уехал из Киева. Полет продолжает танцевать, да еще и как продолжает. А уехал Роман из Кливленда. Полет остался там, ну не полет, а Мазур Дэнс остался там. И ребята много-много лет собирались и нашли в себе силы и возможности продолжать танцевать. Сейчас Роман уходит из Чикаго. Смотрите, какое большое количество людей здесь. Может быть, вздрогнем? Как память? Может быть, продолжим танцевать? Каждый должен задуматься об этом. Вот. Ну, и так уж получилось, что когда Роман написал одну из своих книг, я ехал в Киев, и нужно было передать книги, и я познакомился и подружился с большим коллективом, который там находится, и как бы стал связующим звеном, да, с киевлянами. У меня полностью переполненный инбокс с сообщениями оттуда, есть несколько речей. Я зачитаю покамест одну, я зачитаю еще в ресторане на поминках. Вот, не хочу вас утомлять. Но это конкретное, это крик души. Это крик души от одного из членов полета. Его зовут Стас Худящев. NBC в своем сухом репортаже, да, я, кстати, надеюсь, все видели видео NBC, Fox News, да, передавали передачи про этот, про то, что случилось. Значит, NBC в своем сухом репортаже назвала нашего руководителя, в кавычках, инструктором по танцам. Просто инструктор по танцам? А как насчет назвать Романа Михайловича тем, кем он был на самом деле? Называть его создателем самого большого фольклорного ансамбля танца в мире. И это не преувеличение. Количество танцоров ансамбля «Полет» поистине неисчислимо. В 80-х годах прошлого столетия общее число танцоров основного состава старшей, подготовительной и детских групп составляло примерно 400 человек. И это только за один год. В нашем основном составе было целых три состава. Они подразделялись по росту, и каждый рост работал над танцами, которые для этого роста больше всего подходили.
Наш репетиционный зал был самым большим по площади в СССР и самым красивым. Профессиональные танцевальные коллективы всегда завидовали нам, когда им доводилось проводить репетиции у нас. Роман Михайлович подвесил огромный автоматический занавес, который делил наш зал пополам, и мы репетировали двумя составами одновременно, и все равно эти два зала оставались большими. Но это не главное. Это не самое большое его достижение. Самое большое его достижение – это то, что он создал нас. Сделал нас теми людьми, которые мы есть. Сделал нас танцорами, сделал нас патриотами, сделал нас друзьями, сделал нас семьей. Причем семьей очень часто буквально. Например, моя семья, говорит Стас. Я познакомился со своей любимой женой благодаря нашим друзьям из полета. Читаем благодаря Роману Мазуру. Наверное, у меня была бы другая семья, другая жена, другая дочь. Но мне нравится именно этот вариант. Я хочу вам сказать спасибо, Роман Михайлович, за все и в первую очередь за нас. Вы славно потрудились, покойтесь с миром и знайте, что вы навсегда останетесь в наших сердцах. И готовьте там новую программу. Настанет время, и мы встретимся и еще станцуем. Член огромной семьи полета в вашей жизни, Народного ансамбля танца «Полет» Стас Худящев, присланный из Киева. На этом я заканчиваю. Еще я хочу сказать, знаете, когда провожаешь усопших, обычно видишь старых, сгорбившихся людей, а здесь я вижу людей с открытыми лицами, у которых грудь колесом, у которых ровная спина, которые знают, что сидеть, болеть, да? Лежать, умирать, да? Ходить, жить, а танцевать, жизнь продлевать. Вот так давайте, чтобы оно и осталось. Светлая память, Роман Михайлович. В заключение я просто продолжу мысль, которую высказал Игорь. Да, сегодня физически мы расстаемся с Романом Михайловичем. Но жизнь продолжается. А жизнь – это танец. А танец, он прекрасен и бесконечен. И мы должны продолжать жить и, да, продолжать танцевать. И да будет память Романа Михайловича благословением всем нам. Почтим память покойного минуты молчания. Прошу встать. Эль мале рахамим шохем бам ромим. Амца менуха нахона аль канфе яшхина. Бамалот души моторим козара раки мазрим. Эт нишмат ювен бен Михаил шалах ле оламу. Ба аль рахамим ястере у бесетер канафав ле оламим. Бетро бецорахай мет нишмату. Адонай ху нахалату. Ваянух башалом аль мишкаву. Ванамар. Амейн. Бог сострадания, вечный дух вселенной. Даруй покой в присутствии Твоем нашему дорогому Роману Михайловичу, что вошел в вечность. О Бог сострадания, да найдет он пристанище под сенью крыльев Твоих, и да будет душа его окутана покрывалом вечной жизни. Бог наследие его, да упокоит он душу его. И вместе скажем аминь. Прошу садиться, друзья мои.
friends, this concludes the services here at the chapel. The interment and burial service will continue at Vernon Township Cemetery in Lincolnshire. For those of you traveling to the cemetery and the funeral procession, please do keep the following safety precautions in mind. Please make sure that your bright headlights and your four-way hazard flashers are on at all times. Please be sure to obtain an orange funeral safety sticker for your windshield, and we will be providing several of the cars in the procession with a magnetic orange flag to be placed on top of your car. Please travel as close as safety permits to the car in front of you to avoid any gaps in our procession. And for your own safety and security, I would suggest not speaking or texting while driving in the funeral procession. Following the interment, the family will be gathering for Shiva for a meal of consolation at the Peter Goff Banquet Hall at 577 Waukegan Road, and that is in Northbrook. Before you leave this afternoon, just as a reminder that the family has brought several of the books that everyone is welcome to have. There's two different kinds of two different books from Roman that you're welcome and invited and encouraged to take with you when you go home. Also, at the end of the service, if there are a few other people that will be going to the cemetery that would be able to help bring some of the beautiful flowers to the cemetery, we would appreciate that support. At this time, I would ask everyone to please rise and stand in place. And for those of you who are going to be helping as a pallbearer, if you'll please come forward to my left as we escort the family and the casket from the chapel. Thank you.